Торжественным маршем на поле выходят команды зареченских детских садов. 8 сборных готовы вступить в борьбу за право выхода в финал чемпионата школы «Росатома» по хоккею на траве 5+. Яркий праздник спорта и творчества в рамках корпоративного образовательного проекта придумали и организовали педагоги Заречного. В первую очередь я хотела бы поблагодарить организаторов данных соревнований. Это детский сад 16, 11 и 7. И, конечно, информационно-методический центр. Без них это мероприятие бы никогда не состоялось. А участникам соревнований сегодняшних я желаю спортивного азарта, силы воли и, конечно же, победы. В 16 городах присутствия госкорпорации «Росатом» проходят муниципальные этапы чемпионата школы «Росатома» по хоккею на траве 5+. 159 команд дошкольников сегодня станут участниками этого грандиозного события. И хотя спортсмены совсем малыши, на этих состязаниях все по-взрослому. И строгие правила, и серьезная судейская коллегия, и почетные гости. День защиты детей. Я уверен, что наши дети будут счастливы, довольны. А мы, взрослые, должны приложить максимум усилий для того, чтобы все это у наших детей было. Всем желаю успехов, удачи. Зрителям получить максимум эмоций от сегодняшней игры. Всем участникам желаю победы. После торжественной церемонии открытия соревнований игроки выходят на поле. В каждой команде 6 человек, 5 полевых игроков и вратарь. Соперники играют 2 периода по 5 минут с 3-минутным перерывом. Соревнуются по олимпийской системе. Проигравшая сборная выбывает. Правила были адаптированы хоккей на траве под дошкольников. То есть все нюансы, которые касаются дошкольников, которые они могут исполнить, мы оставили. Это не поднимать клюшку высоко, не играть мяч, который летит высоко, не брать мяч руками, не выбрасывать его руками. То есть игра полностью идет клюшкой. Единственное, брать может вратарь мяч, но выбрасывать из своей зоны он должен только клюшкой. На площадке азартная борьба. За пределами поля активные болельщики-родители. Маленькие хоккеисты сумели впечатлить чемпиона Европы, чемпиона мира среди молодежных команд, мастера спорта СССР по хоккею, заслуженного тренера России Владимира Лохматова. Это просто удивительно. Первый раз, наверное, в Заречном у нас такое. Это очень приятно. Дети, посмотрите, как, с каким удовольствием играют. Родители болеют как. После спортивных баталий ребята встретились в образовательном событии «Мой город. Территория семейного спорта». Команды при поддержке родителей создали в песочнице макеты спортивных объектов. По итогам 2 туров состязания победителем муниципального этапа чемпионата школы «Росатома» по хоккею на траве 5+, стали юные спортсмены из детского сада номер 7. Сейчас ребята участвуют в дистанционном этапе чемпионата. 14 июня станут известны команды-финалисты, которые в сентябре приедут в Заречный, чтобы побороться за победу в чемпионате школы «Росатома» по хоккею на траве 5+. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».